хуй возьмете. Итак, что касается моего уголовного дела и преследования соратников ОД Реструкт. Значит, прежде всего, ОД Реструкт занимается только прямыми делами. Мы не ходим на митинги, мы не участвуем в каких-то акциях, пикетах, шествиях, демонстрациях. То есть у нас есть два основных проекта. Основных остро-социальных проектов, которые реально приносят пользу обществу. Это «Окупай педофиляй» и «Окупай наркофиляй». «Окупай педофиляй». Я лично поймал уже более сотни педофилов. Движение в целом поймало более 1000 педофилов. Среди которых за последний год десяток высокопоставленных чиновников. Это сотрудники прокуратуры, полиции, это судебный пристав, это подполковник СБУ Украины, то есть такие нормальные силовики, которые хорошо себя чувствовали на работе, но им захотелось молодых тел. Да, их поймали, их уволили, некоторые сидят, возбуждены уголовные дела. «Окупай наркофиляй» добился того, что в восточном, северо-восточном и северном округах втрое за несколько месяцев снизилась продажа спайса. На 40 миллионов рублей недопродают спайс московским подросткам. На 40 миллионов рублей недопродают спайс. Я не знаю точно, кто занес денег для того, чтобы начали прессовать ОД Реструкт или наркобарыги. Потому что 40 миллионов рублей в месяц недопродажи, ну, в принципе, это позволяет занести несколько десятков миллионов на то, чтобы движение развалить. Или это какие-то обиженные педолоббисты, которые понимают, что до них тоже доберутся. Не знаю. Но факт. Соратников ОД Реструкт, окупайщиков и педофиляйщиков, и наркофиляйщиков караулит около подъезда. То есть несколько человек были просто схвачены сотрудниками ФСБ, которые пальцем закрывали фамилии, показывая ксивы. Не знаю, кто это на самом деле, никто не знает. Затаскивали в микроавтобус «Мерседес» черный, проводили беседы, прямо призывая, во-первых, прекратить заниматься социальными проектами, во-вторых, прямо саботировать работу ОД Реструкт, совершать преступления на акциях, хулиганские действия, наносить телесные повреждения людям, которых мы изобличаем в преступлениях. То есть, чтобы преступниками уже были мы. Но кто-то испугался, большинство нет. Сейчас я обращаюсь к вам, ребята. Это действия совершенно незаконные. И говорят они о том, что мы переходим кому-то дорогу. Но не надо бояться, не надо бросать все. Ну ладно, если дорогу переходим, пусть продают наркоту. Ну, конечно, пусть детей трахают. Нет. Мы будем бороться дальше, мы ничего противозаконного не делаем, поэтому нас не испугать. Возбудили уголовное дело по факту публикации на моей странице неизвестными лицами обзоров фильма «Около футбол» и обзора фильма «Сталинград». «Сталинград», там я знаю, что сказал, что «Религия победы» — это все, что осталось святого в Раисе. Деды воевали и все такое. Эксперты фразу «деды воевали» не расслышали, написали «еды и вали», и значит, «Религия победы», «еды и вали», значит, они сделали вывод, что я сравниваю «Религию победы» с едой, чем разжигаю вражду и принижаю достоинство победы, а значит, это экстремизм. Ну, может быть, я что-то недопонимаю, может быть, не «еды и вали», а может быть «убить ветеранов», я там вообще говорил. Ну, а что не расслышать и написать такую рецензию и за экстремизм меня посадить? То есть здесь совершенно очевидная заказная экспертиза с целью тоже надавить на меня, потому что 282-я часть первая, по ней не сажают. Здесь можно только дать условочку, припугнуть, чтобы чем-то ты больше не занимался. Но я не считаю, что я делаю что-то незаконное. Я не считаю, что обзор фильма вообще к чему-то может призывать. Обзор фильма «Около футбол», то, что я сказал, значит, буквально следующее, что человек, который отказался валить хачей, гандон и выебал подругу своего товарища, чего делать нельзя.
Я хрен его знаю. Я просто, мне кажется, изложил своими словами то, что произошло в фильме. Фильм не признали экстремистским, обзор признали. Ну, можете пойти где-нибудь тусануться. Если закон говорит, что за это я должен сидеть, я нахую крутил такой закон. Я обращаюсь сейчас к нашим соратникам, к тем, кто смотрит мои ролики, к тем, кто поддерживает то, что я пропагандирую. Значит, парни, прежде всего, пишите в службу собственной безопасности, пишите туда письма с просьбой проверить, кто взял деньги у наркоторговцев и педофилов за то, чтобы возбудить против меня уголовное дело. Ну, просто не поленитесь, пишите. Я уверен, что этот факт имел место быть, это 100%. Надо только выяснить, кто именно деньги взял. Ну, я думаю, что они выяснят. Они любят искать крысу в своих рядах. Это их работа, и крыса есть. Крыса наглая и жирная. Значит, далее. Не надо прекращать наших мероприятий. Если вы занимаетесь отловом педофилом в своем городе, вам нечего бояться. Главное не совершать преступления самим. Не брать у них денег, не калечить их, не вымогать. Все нормально. Вы делаете хорошее дело. Если вы ловите барыг, то же самое. Не забирать у них никакие трофеи, не калечить, снимать на камеру, рисовать на них краской, показывать. Все по нашей старой схеме, все работает. Надо делать это еще активнее, еще больше народа должно ходить на сафари. Акции не должны прекращаться никоим образом. Далее. Я предлагаю устроить, ну, допустим, 25 ноября предлагаю устроить хардбаст против педофилии. Хардбаст против педофилии и наркоторговли в каждом городе. То есть организуетесь, собираетесь и в каждом городе пляшем хардбаст. Просто собрались, ни лозунгов, ничего. Так, хардбаст на центральной площади против педофилии. 25 ноября во всех городах России. Ну, чтобы те, кто берут бабки у преступников, понимали, что в стране еще не все потеряно и не все стали наркоманами, дегенератами и овощами. Продолжаем бороться. До новых встреч!